Всем привет! У нас сегодня будет смотр на игру World of Goo. Игра, само собой, она не новенькая. Я ее покупал на распродаже еще зимою. Играл я в нее очень мало. Там один, второй уровень прошел и все. Я хочу вот ввести новую моду. Да, у нас будет такая мода. Будет называться первый смотр. Что подразумевается под этим, именно под этим, да, то есть сначала я снимаю, например, какую-нибудь новую игрушку, да, с которой мы еще не играли, и мы это называем первый смотр, то есть я запускаю ее один из первых разов, да, то есть у меня нет опыта в эту игру играть, я только видел начало и все. Мы смотрим, что это за игра, если вам понравится это, и вы хотите, чтобы я продолжил снимать эту игру, вы уже тогда будете писать об этом, типа, мы хотим из серии там, мы умоляем, на коленях стоим. Ладно, пошли, просто пишите, это, давай еще. Тогда я уже снимаю не первый смотр, а просто, например, летсплей по этой игре прохождения. Ну все, давайте тогда приступим. Эта игра у нас относится к жанру инди. Если я правильно понимаю, что такое инди, а я не очень правильно понимаю. Но, как я понимаю, инди такие маленькие игрушки, такие, типа, логические, да? Так вот, я даже не знаю, за кого мы играем. Мы играем за какие-то черные точки. Может быть, это нефть, я не знаю. Я вот тут проходил вот первые миссии, вот они прошел, да, немножечко. Ну, мы придем вместе с вами. Но они просто, видите, вначале легкие, само собой, да. Как и во всех играх, начало всегда легкое. Давайте мы глянем, что это такое. Ну вот, собственно говоря, мы играем вот это черное говнище, да, я вот говорю, не знаю, что это такое. Игра на английском. В чем суть игры? Здесь тоже аналогическая. Здесь нужно строить цепочки вот такие вот. В некоторых уровнях нужно что-то подобрать, да, то есть мы строим цепочку, пока мы не подберем предмет. И потом нам нужно это еще достроить цепочку до этой трубы, чтобы всех засосало. Давайте тогда сразу мы это сделаем. Меньше слов, ближе к делу. Вы все сами увидите. Let's go. Оп. То есть все, видите, я достроил, их засосало, заполнилась эта труба. Видите, справа, да? Все, отлично, let's go дальше. Эти уровни, они очень легкие вначале. Мы их быстро пройдем. Посмотрим. Так, continuum. Опа! Еще какая-то труба. Мне кажется, реально что-то с нефтью связано. Конечно, можно это перевести, я что-то даже не переводил, что здесь написано. You feel... Ладно, let's go дальше. Go. Small divuda. Вот, например, да, то есть нам нужно будет подобрать предмет. Ну, другие черные точки, да? Не точки, а... Не знаю, как это называется. Пятна, черное пятно шоколадное. Есть подсказки, но они бесполезны, потому что здесь чисто English. Ну, let's go, то есть нам нужно построить мостик. Опа. Опа. То есть, я вам показываю, да? Чтобы вы просто знали, что есть такая игра. Если что, могли ее купить. Она продается в Steam. Она, наверное, недорого сейчас стоит, потому что игрушка уже старенькая. Опа. Вот, видите, заполняется. То есть, каждый уровень нужно свое количество этих пятен. Не пятен, давайте... как же будем называть-то? Ну, шарики. Давайте будем называть шарики. Ладно, то есть... Видите, внизу написано, что нужно 8 шариков. Я доставил 14, так что все правильно. Ну, сейчас у нас будет все сложнее и сложнее. На-на-на-на-да. Давай быстрее, братюня, давай. Нам нужен максимальный эффект за это время. Опа. Хэнг жуя. Так, что у нас здесь такое? Нам нужно опуститься вниз и подняться вверх, да? Ну что ж, let's go. Вот мы можем, видите, на определенную дистанцию ставить шарики. То есть я не могу сюда вот поставить. Если я сюда поставлю, он просто оторвется и упадет. Видите, опа. И к другим. Потом мы делаем так. И вот так вот. Вот видите, да, я собираю других. Надо еще пониже опуститься будет. Оп. Здесь, само собой, есть физика, да. То есть, видите, тяжелее конструкция становится. А можно, кстати, снизу... А, здесь нельзя. В некоторых случаях можно снизу опять отрывать, да, эти шарики и ставить в другое место. Здесь, видите, нельзя такого делать.
Ну что же, USGO. Вот опять внизу справа пишется количество необходимых шариков для финиша. Видите, нам нужно, чтобы 8 штук попали в трубу минимум. Здесь у нас много шариков, мы пройдем миссию. Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, все, let's go. Давай, братюнь. Ох, потекла жижа. Да. Вот если выключить монитор, оставить звук. Оставить этот прекрасный звук. Звук жижи. Так, ладно, все, let's go. Так, что надо? Да. Нам предлагают посмотреть ролик. Ротанка. Ха-ха-ха, порвали рот. Все. Это мы прошли. Идем дальше. Вы можете спросить. Вообще, какая суть была этого ролика? Да никакой сути не было. Вот. Здесь уже у нас будет посложнее. То есть, что нужно сделать? Нам нужно подняться вверх, и при этом нельзя дотрагиваться до пилы. И при этом, еще обратите внимание, нужно определенное количество, видите, шариков. 26 шариков. Это очень сложная миссия, я вам скажу. Да, когда я вот играл, пробовал, тестировал, первый раз я не проходил. Вот видите эти белые фигнюшки? Если мы на них нажимаем, мы возвращаемся назад, видите? Это типа откат. Какой смысл? А я не знаю, какой смысл. Так, тигр, не падай, не падай. Это нужно построить дугу. И при этом дугу построить несложно. Самое сложное, что... Чтобы хватило шариков. 26 шариков на финише, это очень много. Видите, она сейчас вверх не поднимается. Блин, у нас груз тяжелый. Но она может подняться, если мы будем строить. Давай, братюня, давай, давай, поднимись. Так что, скорее всего, мне придется здесь перематывать, да, чтобы вы не сидели и не мучились. Ну вот, это уже плохо, что, видите, они умирают. Что здесь я с первого раза вряд ли пройду. Опа. Ну, блин, ну... Во, во, это уже хорошо. Смотрите, это очень хорошо. Блин. Так. Да господи. А, да вот так же боку, видите, да, то есть... Сейчас, сейчас, секунду. Но... И все, что ли, все, что он может... Ну давай, давай. Во. Что, получится, не получится? Ну давайте, надеюсь, что у меня будет 26. В принципе, мне кажется, должно быть. Неужели я пройду с первого раза? Неужели я такой профессионал топовый? А, подожди, что-то мало, мало. 23, 24, 25. Да. Это сложная миссия, честно вам скажу. Сложная. Ах, потекла. Давай быстрее. Да что-то пишут на экране, там какие-то показатели, но нам срать. Извиняюсь за мой китайский, нам срать. Что ж, вот видите, да, новые миссии, которые я уже не проходил. Flying Machinas! Flying, летающая машина. Ну и покажи мне ее. Так. Кто помнит, откуда эта музыка? Это великолепное кино. Так, как же. Ну что, здесь я не играл. Так, бла-бла-бла. Я читать это говно не хочу. Ладно, давайте прочитаем. Все, я прочитал. О. Звук уматный. Ну-ка, подождите, это типа шарики? Извиняюсь, а что здесь делать-то надо? Open ворота and find monkey flying. Так, подождите, а вот... А, ой-ой-ой, да, извиняюсь. Да-да-да. Все, до меня дошло. У меня ICQ 545. Все что ли? Изи бризи. Такой звук у мата пердежа. Ох!
И... А как это говно должно взлететь, вопрос? Вот так, да, как я понимаю? Что-то слишком изи-бризи. Полетели! О! Как же называется это кино? Великолепное кино. Сейчас мужик снимается. Мачо. Сладкий мачо. Нормально, прошли. Вот, нужно было 6, но это понятно, да. Ну вот, мы прошли новую интересную миссию, которую я не видел. Так что заметьте, значит, в игре все-таки есть разнообразие, да? То есть появились шарики. Это уже интересно. Давайте посмотрим, что у нас будет с другой стороны. Какую-то фигню внизу показывают. Плюс 24 говна. Давайте сюда глянем. Товер с вышки. О, не. Не, не хочу. Пошли в жопу. Вот на этой миссии тогда я застрял, да. Нет, давай пойдем уже в другую сторону. Потому что я много на нее потрачу времени. Давайте лучше новые миссии посмотрим. Там тяжелая миссия. Во! Ух ты! Смотри, какая-то жаба. Нифига себе. Как они так сделали? Что нам нужно сделать? Наверх нельзя, мы сразу увидим. И вниз нельзя. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все, у меня супер просто моментальное чтение. А что это вообще жаба делает? Там просто так, что ли? Ну-ка, какие-то фигнюшки крутятся. Я убил, да? Так, подождите. Если я поставлю шарики тупо. О! Чё за? И чё, чё это такое? Ну давайте попробуем что-нибудь сделать тогда уже. Ну сейчас пошли реально сложные миссии. Да дайте мне шарик взять. Во. Ну я, например, вытащу и чё, и он просто вверх взлетит. Хотя подождите, надо сделать для начала, наверное, перевес, типа. О! А чё это за говно? Ты дура тупая. Слишком много шариков, слишком много. Я не понимаю, что его держит? Так, ну давайте глянем, что они там накалякали. Ни хрена не понятно, стена текста. Ладно, ничего полезного. Так, давайте тогда думай своим мозгом. Что нам здесь нужно сделать? Для начала надо это дерьмо вытащить. А чем он рукой шевелит? Ну-ка, подождите. Оп-оп. Чем-то он наяривает рукой. Ну-ка, если мы эти все... Непонятно! Подожди. Ну-ка, если мы сделаем тогда вот так. Понятно, ясно, понятно. То есть это шарики нужны для одного, чтобы эта конструкция не упала вниз. Это же просто изи-бризи. Все понятно. То есть мы сейчас тупо что делаем? Строимся вперед. Вот так вот строимся, строимся. Не падай. И все. Не, ничего сложного, да. Просто я говорю, непонятно было, что. Так. То есть, типа. Ой, как она сильно взлетела там. И нам нужно доставить до конца 6. 6 плюс. Так, ладно, живи. Давай, братюня, живи. Я конструкция немножко сломалась. Ах ты, тварь, я срал тебе на голову. Так, подождите еще раз. Не, хорошая миссия, мне нравится. Она не сложная, в принципе. Ну, нормально, только не лопайся, пожалуйста.
Блин, мало шариков. Да почему он лопается, тварь тупая? Подыхайте, мрази. Тупая конструкция. Ты что за параша вообще? Она что, хотя бы достала до трубы? А, все. Ладно, еще раз пробуем. Проиграли мы. Эх, не, миссия легкая, легкая. Надо просто все правильно сделать. Еще раз давайте. Так, ну-ка пробуем. По идее, надо, нам нужно подниматься вот так вверх. Давайте поставим здесь шарик. То есть, по физике, да, конструкцию надо строить именно вверх, чтобы была дуга такая. И, наверное, торопиться не надо. Ах, как больно, как больно. Ладно, еще раз. Еще раз давай! Нет, мы будем торопиться, будем. Во. Скорость, гол-гол-гол на скорость. Давайте, не падай, не падай. Можно попробовать вначале сделать побольше шариков. Вот как-то вот так вот. Давай, держись, параша, давай. Ну, все, прострали один шарик. Ну, дура тупая, давай. Ёлки-палки. Не, так мы не пройдем точно миссию. Ну, перевес был. Ладно, еще раз. Еще раз. Так. Вот сейчас 100% мы сделаем, я вам отвечаю. Но это изи, просто изи. Просто какой-то момент не получается и все. Давай, говно, давай. Строим вверх тогда вот так вот. Тихо-тихо, держись, держись, держись. Так, здесь он может слишком сильно дернуться. Я говорю, самое главное, да, торопиться не надо, то есть. Еще один шарик я бы взял. Первому сюда вот. Здесь он сильно вверх полетит. Да, сильно вверх. Да тварь ты тупая. Ладно, короче, я перемотаю. Так, ну вот, по идее, как-то так. Тварь тупая. Ну-ка, я могу перемотать? Вот, ну-ка, еще раз. Ну! Да что за бред-то, Господи Иисусе, не получается. Ну засасывай же. Засоси меня, быстро засоси. Тварь, ну тварь. Ладно, опять заново. Оп. Оп-оп-оп. А, о, все, прошел. Я думаю, не пройду, нормально все. Что скажу я вам? Геморройная миссия, да, геморройная. Ладно, возьмем дальше. Посмотрим, что нас ждет впереди. Давай. Все, смыли унитаз. Поехали. О, покажите мне это. Товер оф... О, опять товер. Да срал я на ваши товеры. О, господи. Сколько здесь будет страдания. Самое сложное это товер, наверное. То есть я сейчас буду подниматься вверх, видите, и она будет падать в бок. Падать в бок. Вот она падает, тварь тупая. Все, развалилась. Да? Вся логика в этом. Поэтому нужно как-то... Ну, такую больше не люблю, это чушь, это вот товер, это вообще жопа полная. Капец.
Да. Ну-ка, подождите, мы делаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. У-ху! 25 штук же нужно доставить до верха. Оп. И все, и начался перевес обосранный. Давай, стой, стой, стой. Нет, видите. Ну, я говорю, в этой игре физика как бы есть, типа, по заявлениям разработчиков, но здесь физика абсолютно ничего не имеет общего с реальностью. Абсолютно ничего общего. Ни малейшей реальности физики здесь нету. То есть все законы физики в этой игре у них свои, знаете, придуманные ниоткуда. Попробуем еще раз это сделать вот так. Вот так. Давай, стой. Подсказки. Нет, не поможет нам подсказки эти. Да убирай, убирай. Можно сделать как? Можно по боковой стороне делать, да? Оно упало. Давайте еще подумаем, попробую что-нибудь сделать, я покажу. Так, короче, я забью на тот уровень, там это просто вообще говна кусок. Мы вот вернулся в этот. В принципе, здесь можно пройти, да, этот уровень, конечно, типа как тот, но здесь полегче, я думаю. Просто здесь весь смысл в том, что нам нужно снимать снизу и ставить наверх. Не такими темпами подниматься, подниматься, подниматься самый верх. То есть, по замыслу. То есть, нужно попробовать сделать вот так вот, чтобы он, видите, облокачивался по бокам. И я тогда буду отрывать. Вот эта фигня почему-то не хочет облокачиваться. В бок. Ну-ка, подождите, еще раз, давай, братюня. Так, вот эта фигня, она не помешает, я думаю. Да. То есть, если я, например, неправильно что-нибудь оторву, то вся конструкция развалится полностью. Вся. Так, может, мы сначала вот так сделать, а потом вот так? Все, посмотрим. Нет. Почему-то это дерьмо не хочет упираться в бок. Я вот не понимаю, почему. Давай, параша. Кусок говна, давай, в бок, в бок, в бок. Нет, в бок. Ладно, забейте. Так, вот это можно снять. Одно неверное движение. Во. Вот так, типа, еще можно подумать. И это все дерьмо может развалиться. Вот видите, да? И такими темпами надо делать, чтобы это дерьмо облокачивалось. Но почему-то, видите, не всегда она хочет облокачиваться. Не всегда. Так, там уже скоро мы можем подойти. Ага, то есть это уже не нужна, да? Теперь можем попробовать просто идти вверх. Это тоже не нужна. Теперь нам нужно, чтобы двое дошли до финиша. Ну давай, братюня. Ну, было же. Во. А, слабо, слабо, да. Так. Ладно, теперь нам нужно опять двое. Вот этот, по идее, сможет. И вот этот. Ну, это легкая миссия, да. Легкая. Пошли, пошли. Просто сначала я не понял смысл. Опа! Все, профит. А вот та миссия, которая показывалась, да, с черной, где куча шариков, это вообще забейте. Ну, давай. Там такой мазохизм. Ну, там, в принципе, даже написано в описании, когда запускаешь миссию, типа, сложнее, сложнее, сильнее, сильнее. Или выше, выше, хич, хич. Давайте следующую миссию и закончим на этом. Тумблер! Переключатель! The Tumbler of the Forever! Крутится, вертится шар голубой! Как это все крутится, нифига себе. А, кстати, это жесткая миссия. Бесполезный кусок говна. Так. Ха. Ха-ха-ха! Да, это жестко, кстати. Это очень жестко. Нифига себе, задумка. И чё, и как я должен сделать это?
Не, прикольно. Ну-ка. Видите, они зеленые, то есть их можно будет снимать. Нам нужно доставить 8 штук до финиша. Да. Само собой, у меня с первого раза никогда не получается. Ну ладно. Строим еще одну сторону. В любом случае, когда-нибудь я доберусь до топа, в любом случае, да. Ой. Да срать, срать, давай, давай. И все, что ли? Это так легко? И все, что ли? Ладно, хочешь, я победил с первого раза. Ну, слишком легко. Слишком. Все, let's go. Ладно, еще одну и все. Здесь, конечно же, я все сделал на скорость, все идеально. Так, гуау, губау, мамау, давай, 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 давай. Все, смываем в унитаз и еще проходим одну миссию. Посмотрим. Чайн. Давай, Джеки Чан. Так, сейчас мы будем проходить Джеки Чана. What the fuck? What the fuck? Нужно забрать это, и самый верх, да? Я могу только с зелеными управлять. Ну, по идее, мне нужно отсюда взять, потом с другой стороны взять. Давай, братюня. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот так вот. Подбирай эту парашу, давай, давай. А ты чё, давай тоже, говно. Все, теперь... А, блин. Их теперь нужно поднимать вот так через эту фигню. То же самое сюда мы должны сделать. Как я понял, скорее всего, если я поставлю черную сюда вот... А, да. Поставлю черную, то я не смогу уже ее снять. Видите, мне приходится через это поднимать когда? Да Господи Иисусе. Приходится поднимать через эту конструкцию. Потому что если я ударяюсь, то у меня теряется это говно. Это, конечно, неудобно очень. Вот пример, видите? Опа. Так, давай, братюня. Здесь еще где-то был. Ой, блин, зря я черную поставил. Ну ладно, так. Пу-пу-пу-пу. В любом случае нам нужна будет зеленая шляпа. Давай, братюня. Все, всех собрали? Всех собрали? Давай. Все, теперь... Так, теперь я сказал, теперь строимся вверх. И все, что ли? Все? А, нужно доставить нам 15 штук. Лучше мы построимся из зеленых, чтобы можно было их убирать. То есть еще раз говорю, что зеленых мы можем убирать, да? Красные... Ой, черные мы не можем. Вот пример, видите, я не могу черную трогать. Господи, да что ты издеваешься надо мной? Так, поднимаем вверх. Что, хватит? Да, давай быстрее, жируха, давай. Еле-еле толпчется, давай. Ну все. На этом мы с вами и закончим. Мы за короткий промежуток прошли уже около 500 серий. Ой, миссии. Это был на это первый смотр наш игры. Поэтому пишите в комментариях, да, понравилась игра, не понравилась, вообще любые отзывы об этой игре. И есть ли смысл мне писать уже отдельно прохождение этой игры. Все, всем спасибо, всем пока.